Так, сегодня будем заправлять краску на принтер. Вот, у вас вот такой коробочек есть краски. У кого-то может по-другому они выглядят немножко. Открываем, вытаскиваем. Здесь везде подписаны буквы. E это yellow. В принципе, здесь подписано, как называется цвет. Все. Открываем штучку эту. Раскрываем полностью. И здесь у вас есть заплатка, которая закрывает полностью все. С помощью вот этих крыльев можем их просто открыть. И здесь, если у вас маленькая дырка. Следующий момент. Проверяем, что в некоторых красках вот здесь есть заплаточка такая. Ее нужно обязательно вытащить, либо у вас краска не будет литься. Ручкой, чем-нибудь угодно. Все, вытащили. Потом закрываем плотно. Все, у вас краска готова к использованию. Пауза. Так, вот здесь у вас картриджи. Поднимаем все вверх, потому что здесь есть за что нацепляется. Все, ставим сюда. И у вас вот здесь подписана каждая краска, которая должна быть. Здесь я еще приклеил отдельно этикетки, вот эти. Yellow, чтобы не путались. Каждая краска должна вливаться только в свой картридж. Каким образом? Снимаем резиновую штуку. Просто берем, переворачиваем. И слегка нажимаем, мы начинаем заполнять краску. Вот здесь есть линия такая. Может, видно? Ага, все видно. Вот здесь линия. До этой линии задача заполнить. Переполнять ее лучше не нужно. Почему? Потому что краска будет употребляться в два раза больше. Все. Аккуратненько перевернули. Убрали краску, закрыли ее. Все. И резиновую защелку обратно поставили. Смотрите, чтобы она прям плотно была. И так с каждой краской. Берем, к примеру, Light Cyan, LC подписано. Смотрим, где здесь Light Cyan. Вот здесь подписано Light Cyan. Также открываем. И заливаем дальше. Все. Следующее. Видим то, что черный он почти полный. Берем следующее. Следующее LM. Вот. Краска LM. Также открываем. Заливаем. Все, обратно закрыли. Краску обязательно закрыли плотно и потом только убрали. Следующий вид маджента. Находим краску маджента, буковка М. М. Все, залили здесь. Остается последняя. Последняя циан. Циан. Все, полностью все краски мы залили. Поднимаем штучку эту. И обратно вставляем в нужное место, чтобы она у вас не дергалась никаким образом. Тяните на себя, она не дергается, потому что она закреплена. Все.